А, не Ёж, и другой вижу. О, что? А давайте попробуем. Нажмем на Е. Нет, не работает. А, я убила. Ты человека застрелила. А, я реально... Ты чё? Да Ёж, я не успею. Я вообще не играю в эту игру. Ты меня ещё зачем убил? Ну, привет. И сегодня мы с ребятами пришли в Мёрдер, но не в Мёрдер. Это, в общем, очень похоже на Мёрдер, но не совсем он. О, господи! Куда же я бегу? К убийце прямо. А почему мы видим убийц? А потому что здесь все иначе работает. Здесь все работает, вот значит, здесь каждые 20 здесь секунд. Каждые 20 так. секунд новый убийца. И убивает он всех. И его видно. И вообще здесь очень страшно. Здесь раши, здесь можно бросаться, здесь все можно делать. Вообще кошмар. А и если ты станешь убийцей, то что делать? Убивать? Ну да. А ты. Ага. А кто стреляет? Это у кого пистолет? Пистолетов здесь не должно быть. Вы слышите? А может быть это шериф добавился? Нет, внезапно? Шерифа вроде тут не было. Я убийца, так. я убийца! О, господи, я убегаю от ладно, боже мой, убила страшно. Сразу. Если что, бросать свой нож можно, зажав левую клавишу мыши. А, да? Да, потом отпускай, когда захочешь. Ульяна, это тебе тоже на заметку, если что. Хорошо, хорошо, я запоминаю. О, нет, я больше не убийца, я убила только одного. Некоторые лайфхаки от Ёж. А кто стреляет? Я понять не могу. Ой, меня убили теперь. Непонятно, я тоже несколько раз... Подождите, я слышала. А где... А, ой. У человека был красный ник, возможно, это Ёши, да, был даже. И я думала, что это Ёши. А почему он упал? Человек с пистолетом станет убийцу. Это что? Это явно, шутка? Видимо, какое-то обновление или нет? Геймпас что... какой-то или типа того, может? А почему? У некоторых еще какие-то есть роли. Какие роли? Где ты видишь? Я просто вот умерла, и у людей вот кто-то там какие-то разные имена у них. Так может, игру чуть обновили? Не знаю. Кстати, ну да, у меня тоже почему-то такое чувство, хотя я в нее не играла. А может, у человека просто... тоже ник отличается, и у этого тоже отличается. А у меня какого цвета ник, Ёж? Какие-то ачивки. А, я не знаю, я пытаюсь тут пожить. А, ты убийца, господи! Кто? А, я убийца? Да, я убийца. Ты убийца, нет? А, вот да, всё. Уже убийца. А, там же через какое-то время добавляется второй убийца, господи. Господи, вы посмотрите на этого грибочка, боже мой. Страшно мне. А, это ты, Ульян? Ладно, я не нет, буду меня тебя здесь. Убивать, так быть. Нет, это не я. Ай, ладно. Меня не... О, меня сейчас убьет кто-то другой. Кстати, если что, Ульян, через 43 чего? Секунды уже... Нет! Тише. Через 43 секунды сделать, потому что да меня убили. Да он меня через стену убил. Ну что это такое за шутка? Так я могу наблюдать? Могу. Короче, мы уже не доживем, к сожалению, до этого. Но, через 27 секунд будет вообще жесть. У всех будут ножи. О, нет. А ну, все, уже не будет. Да. Собственно. Ну да ладно. Так, слушайте, а что нет, а тут все равно у всех вот эти какие-то теги над именем. Может, это можно купить, но это странно. Ну не знаю. Слушайте, у меня внезапно оказалось почему-то в инвентаре какое-то количество ящиков. Ой, а как их? Да, у меня тоже. А, ладно. Какая-то эмоция, допустим. Ой, я не успею уже открыть. Ух, ладно, мне нож выпал. Но я не успела его надеть. А, ну ладно, потом посмотрим тогда. Я, кстати, могу затрейдить свой легендарный ножик. Чего? У тебя есть еще и легендарный. А мне он случайно вообще выпал. Вообще случайно. Был найден лепрекон. Вот в прошлый раз я тоже убил. Я вижу лепрекона. Где он? Лови его, ладно, лови его, держи его. О, я тоже удивлен. Я тоже вижу лепрекона. Он очень быстрый, он идет к убийце. Я туда не приду, Ульяна! Я жива, я жива, я пока жива. А я умерла. О нет, это все вот, видите, за лепреконом погонишься и умрешь. Неожиданно, господи, поговорка. Так, отлично. Я слежу, если что. Очень удобно, что убийцы красненьким подсвечиваются. Можно хотя бы, в общем, убегать от них. В принципе, представлять, где они есть. Ну да. Вообще прикольная на самом деле игра. Только явно нужно побольше времени. Да, но очень такая, как сказать, быстрая, что ли, энергичная. Нужно всегда быть во внимании. Оставаться... А что? А почему? А как через стенку меня убили? Не поняла. Я не поняла. Ёша, ты жив? А, я нет. А. Так, ребят, ну здесь есть способный шериф, и она стоит миллион. Это 400 робоксов. Так, меня убили, прям за мной там гонялись, и мне вот прям хочется чего-то купить. Вот прям вообще. Поэтому я, наверное, буду мысленно за вас болеть.
Я видела, у Юши там, кажется, банан появился. Нож. Вместо ножа. Да я тут четверых бахнул. Угу. Бананы, почему у нас два убийцы? Раскидал. Ничего себе. Так бывает. Они появляются, да, через какое-то время, насколько я поняла. Да как? О, нет. Минус Лана. Ну ладно, я все-таки хочу чего-нибудь купить. Итак, тут есть разные способности. Вот, пока что у меня есть только дэш, то есть я могу прыгать очень быстро. Ниндзя. Не знаю, мне, если честно, хочется шериф купить, поэтому я, наверное, потрачу свои робоксы, чтобы это сделать. Слушай, а там ниндзя как будто бы прикольная штука, двойной прыжок, быстрее бегаешь. Ну, да, мне, я тоже сначала подумала, что я хотела бы купить ниндзю, но потом подумала, что, блин, а с другой стороны, если я буду убить... А если я буду убийцей, то я не буду шерифом? Взрывающиеся ножи. Слушай, я не знаю вообще, что выбрать на самом-то деле. Так, ну что, я буду шерифом уже в следующем раунде, наверное, а пока что буду скрываться от убийц. О, боже мой. А я купил взрывающиеся ножи, но не выдержал. Капец. А ну-ка. А, ты можешь проверить, это только тогда, когда будешь убийцей, да? Угу. Ну, конечно. Поняла, хорошо. Ой! Было бы прикольно, знаешь, типа, ты не убийца, просто ходишь, и у тебя ножи взрываются. Ага. Любопытно было бы понаблюдать. Вот что я еще не люблю в подобных режимах, когда внезапно кто-то становится убийцей, это может произойти рядом с тобой. Да, это очень непредсказуемо. Блин, ребята, а дэша-то нет больше. Капец, я поменял. А, и как убегать, если возле тебя кто-то? Ой, жалко, что только одна способность. Блин, да, я думала почему-то, что будет одновременно и та способность. О, нет, возле нас! Ха. О, господи. Я вообще, интересно, мне кажется... О, господи, я все вводные слова пересказала. Интересно, я когда-нибудь выживу вообще, доживу до конца раунда или нет? Нет, я пока не умерла, но я просто спрашиваю. У меня каждый раз не выходит просто... выжить. Ну, кстати, каждый раз да. Что-то происходит. Я знаю, я Ну, вообще, в конце тактику. Раунда прикольная штука происходит. О, Лена, осторожно, может кинуть в тебя. А, блин, да, точно, я забыла. Ты чё? Ты чё? Ульян! Нормально, я здесь. Опа. Так вот, тактика моя была какова? Я хотела оставаться в стороне от всех. Но пока что у меня не очень это хорошо получается, потому что, во-первых, я упала с высоты, а во-вторых, внезапно еще и второй убийца тут вышел, а это Йоша да, еще. Да, и он бежит за нами. А не Йоша, другой о, бежит за нами. Подожди, о, меня... ладно! Что? А меня-то убийца зачем убил? Что, тебя можно убить, когда ты убийца? Судя по всему. Мама, ой, я одна осталась, что ли? Я что, осталась одна? Нет. Ладно. Блин, у меня две секундочки. Я вижу кого-то. О, нет, я больше не убийца. О, боже! Он прям рядом со мной появился. Ну, конечно. А у меня еще привычка нажимать постоянно на Е, то есть на дэш. И чего? Каждый раз оно мне, в общем, не получается мне следующий раз нажать, потому что мне постоянно хочется нажать на нее. Короче, ладно. Так, инвентарь. И я покупаю шерифа. О-о-о. Я же миллионер. Да что? Экипировать. Отлично. Посмотрим. Смотрите, опасная какая. У меня аж руку вывихнула. Ой, кошмар. Почему мне из ящиков только эмоции выпадают? Да, возможно, потому что они самые популярные. Но мне тоже вот только эмоции выпадают. Но вообще, однажды и нож тоже выпал. Вот у меня есть... О, у меня есть легендарный, что? Нож души. А он почему-то зеленый. Обычно же зеленые обозначаются те, которые редкие. Вообще странно, и эпический есть. Но я, конечно, надела легендарный нож души. Прикольно. Так, ну что, если я шериф, я могу, получается, стрелять в убийц, правильно? Ой, мама. Но выходит, что так. Получается, они будут охотиться на тебя. Так, а как я прицеливаюсь? Мне вот вопрос. Ага, вот. Ага, я сделал себе титул токсик, Ульян. Я тюкнула его. О, ты токсик? Да, нифига себе. А я шайни. Все, я поняла, вот я прицеливаюсь. Да блин, они же прыгают, как я прицелюсь-то? Ну. Блин, это так страшно. Ёша, не трогай меня, только, пожалуйста. Ой, Ёша, я могу тебя убить. Да зачем тебе это? Ладно, я не буду, ты меня не убивал, я тоже не буду. Мне еще приходится бегать задом наперед. Ой, чуть-чуть еще бы, я бы тебя убил, капец. Да, я видела. Слушай, а я могу еще убить не шерифа, не убийцу. А что будет мне тогда? Типа, чтобы, ну не знаю, например, тимиться. Типа ты убиваешь, в смысле, стреляешь человека, а убийца, который твой друг,
берет и убивает его. Ужас, ужас, кошмар. А-а-а. О, нет. Так, о, слушайте, да я нормально так поубивала, ребят. Да вы почему вы только вдвоем убийцы? Ну, потому что да. У меня способность такая. Какая способность? Становиться убийцей? Типа того. А какую ты купил? Что там связано? Ну, вот эту штучку, которая... Блин, а Лена, это ты? А, я убийца! Я чуть тебя не убил. А я убийца? Ульян, тебя кто убил? Я думала, убили, меня убийца когда не может убивать. Была убийцей, это вообще непонятно. Да, я еще и шериф. То есть я могла, получается, убить своего, то есть да убийцу. Как он? Ну и... я выше, алло! Ульян, это что это такое? Да я стоял на этом камне, он не кидал, он просто именно... Ой, ладно, капец. Да, как-то сумбурно пока что, сумбурно. Что там у меня, интересно... По ящикам. Интересно, интересно. Вот сейчас дадут еще один, мне кажется, какой-то крутой, стимпанковский. О, есть. Так, вот отлично. Открываю. Выдали. Так. Давайте вот этот откроем. Титул убийца. А это значит, это не способность, да, это титул? Это да, получается, да. Я могу просто... Угу. Ну, это так неинтересно, зачем это мне нужно. Ну, будет написано. Он у меня шайни написано, у Ёши токсик. Ладно, ну у меня есть еще вот такое вот, я не знаю, что здесь будет написано. Бёрнинг. Да, ну тоже нормально. Вот сакура у человека прикольный, мне нравится. О, да, прикольно. О, у нас новая карта. Слушайте, а мне нравится эта карта. Ой, не было. По крайней мере, знаете, не выглядит такой вырвиглазной, что ли. Ага, прикольно. О, я кого-то убила, кто невидимым стал. Ой, ты чё? Зачем ты за мной ходишь, я же тебя не убиваю. Я испугалась просто. Так, давайте проверим, если я убью обычного человека, это как в Мёрдере меня убьют тоже или нет? Не знаю. Да Ёж, я не успею, я вообще не играю в эту игру! Ты меня сейчас чем убил? Да я не видел, кто там. Да ты, конечно, блин, есть оружие, не вижу препятствия, ёлки-палки. Свини, Ульян. А где ты? Вот, я буду теперь за тобой наблюдать. Токсик тут с бананом ходит. Ай! Токсичный банан. Убили. Ай, ну ёлки-палки. Но мне нравится, с этой способностью ты всегда убийца. Ну, почти всегда. Там типа шанс 10x, по-моему. Так, у нас конец раунда. И, как обычно, в конце раунда мы открываем ящики. Так, этот я еще не открывала. О, опять? А, нет, я не знаю, это легендарный или нет. Какой-то нож из углеродного волокна. А ну покажи. Так, а ну-ка. Он редкий. А почему он желтеньким обозначен? Это обычный ножик. Углеродный. Выбирай какой-то. Тогда другой. А, или с этим будешь ходить. Да. Нет, у меня же легендарный есть. У меня же есть легендарный. Я даже не знала, что он легендарный. А я могу его еще и продать за 100 тысяч? Прикольно. А, неплохо. Значит, сильный. Да. Действительно так, легендарный. Если я кого-то купила. О, я становлюсь убийцей или я... Подождите, а как? Короче, я стала убийцей, но в этот момент я кого-то тюкнула. Просто ну, так, человека. Шерифом. Да, ну я же ты шериф. Можешь сначала его застрелить, потом пойти убить или как? Вот я не знаю. Непонятно, если честно. А, так, я кого-то этот, тюкнула еще раз. А давайте попробуем. Молодцом, нажмем на Е. Нет, не работает. А, я убила. Ты человека застрелила. Буквально, реально застрелила человека. Он слушай, он поднялся, так это рабочая фигня, слушай. Да не, он же выжил вроде как. Да, понятное дело, но ты же можешь станить человека так, а потом идти и убивать его. А, ну вообще да, по идее да. Очень хитро. А я только что еще... Не зря это самая дорогая способность. Нормально. Ульян, все хорошо? Я немножко просто разнервничалась. А я через стенку, интересно, могу? Да я не попала. Да ну... Я попала? А валяется. Как? Ну, я не попала. То есть каждый раз, когда я попадаю в убийцу, он падает и перестает быть убийцей, правильно? И становится нет, убийцей. Нет, он немножко отдыхает. Нет, он просто станется, Ульян. Ну смотри, вот сейчас... А что сейчас произошло? А сколько у тебя перезарядок? Человека выстрелил. О, Ульян! Капец ты. Я не стреляю. И с пистолетом куда ты не стреляешь и кидаешь. Все делает. Я на руки от скуки, на все руки от скуки. Кто тут еще у нас есть? Это я, не трогай! Это я поняла, увидела. Опа! Опа! Ну ладно, тоже не буду тебя трогать, потому что ты все-таки тоже меня не трогаешь. В общем, да. Опа, так. О! Да ты смотри. Прости, пожалуйста. Ты, блин! Я вдалеке увидел. Да я, конечно, да. Ты можешь меня простить? Нет? Я подумаю над этим. Блин, минуту осталось. Выжить!
кувыркаешься. Ты что, умерла? Да, в спину выстрелили. О, нет. А это у нас дуэль, да, получается? Йоши против какого-то человечка? Все? Нет? Не знаю, я его вообще не вижу. Где он? Капец, спрятался куда-то. А, о! Сзади. О, господи! Опасно. О, Йоши, а ты за... А, мы уже вдвоем остались. Ну да. Ну да, да. Слушайте, а в чем тогда смысл шерифа, если я не... Ой, он стал невидимым, Йоши, осторожно! Убийцу, а просто он станется. Ну, где он? А. Ты даешь возможность передохнуть. То есть, получается, я потратила 400 робоксов для того, чтобы давать возможность передохнуть? А еще, возможно, ты же можешь стрелять в людей, вот как ты и делала, а потом добивать их. Йоши, он снова невидимый. Да ну, я понял. Ну ладно, да, это, в принципе, это, конечно, удобно, но я почему-то ждала больше. Ой, да как? Этой... А, ну, это роли? Нормально, что он невидимый просто и кидается своей фигней? Это что такое? Да, так бывает. Ну, наверное, это ниндзя, может быть, нет? Ну, это понятно, роль. Но я думал, что после атаки сбивается. Оно сбивается, видимо, только после убийства. А. Ну, блин, ну, тоже нормальная ящик штучка, Феникс и просто эмоции. Нет, да, прикольно, прикольно. Ну ладно, по крайней мере, я побыла шерифом. Я выбила легендарный нож. Даже этого не поняла. А потом поняла, как обрадовалась. В общем, да, прикольная игра. Но на этом, я думаю, мы будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.